Весь мир театра, фотограф в данном случае наблюдатель. Артисты играют, а она фиксирует момент. В театрально-концертном центре «Щелковский театр» открылась выставка фотохудожника Яны Булаш. Название, как, впрочем, и сама автор, яркое, весьма замысловатое. «Театрариум – гипотетическая форма жизни». Гипотеза в данном случае заключается в том, что мир театра, как собственный и обычный, полон разных эмоций, отношений, слов и дел. Все это попыталась отразить Яна. Очень талантливый фотохудожник Яна Булаш, которая уже представляла свои работы у нас в районном дворце культуры. История в лицах, и, конечно же, удалось мне тоже поработать вместе с ней. И я увидел, насколько она трепетно относится к своей профессии, к своему хобби. И делает это очень хорошо и с большим энтузиазмом. Здесь можно увидеть эмоции актера. Причем она это очень профессионально отразила. И я думаю, что и для актеров, для членов их семей, для любителей нашего театра мы предстали в новом качестве. То есть мы сегодня, я повторюсь, наверное, что мы наполнили содержание нашего фойе именно этими фотографиями, придав ему смысл. Смысл того, что вы находитесь в театре, вы вокруг театральных образов. Передать жизнь театра в фотоснимке, показать насыщенность актерских будней. То, что сама Яна хотела. Вот момент спектакля, вот артисты готовятся к выходу. К слову, снимала Яна Булаш не только актеров театра, но и тех, кто работает в театрально-концертном центре. Здесь и всеми любимый оркестр, и яркие распевы, и декораторы, и в целом вся жизнь. Убери, кажется, один элемент, и картина уже не будет полной. Невероятной красоты оформления, руку к которому также приложила фотограф, как говорится, талантливый человек, талантлив во всем. Работает она на энтузиазме, в первую очередь воплощая свои идеи и задумки. Это еще один шаг, еще один штрих творения художника, который в очередной раз подарила всем свое волшебное мастерство и, конечно, частичку души. Мне захотелось сделать проект, который будет интересен людям. Так как люди не могут попасть за кулисы в театральную жизнь, мне захотелось выразить, как актеры живут на сцене, за кулисами, даже в обычной жизни. Мне захотелось передать ту эмоцию, которая в них живет внутри, что они хотят до зрителя донести. Соответственно, я пыталась побывать на спектакле, погрузиться в эту атмосферу и передать через свой кадр зрителю. Теперь фойе можно считать по-настоящему театральным. С интересом будут зрители рассматривать театрариум и, возможно, размышлять и об этой гипотетической форме жизни. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».